так вот везде висят провода. Просто какое-то безумное количество. Я даже не могу себе представить, как они планируют их ремонтировать, если, не дай бог, где-то будет обрыв в каком-то кабеле. Они, наверное, вообще не ремонтируют, они, наверное, вешают новый кабель и все. Ну вот там типичный вид, как здесь все это выглядит. Дома, хижинки, хер поймешь, что это такое. Что-то там внутри свистит. Даже не хочется уточнять, что там издает такой звук. Но вокруг очень красиво.